Почему ты здесь, Элли? Меня обвинили в неподлинности. У тебя успешная карьера с трудными детьми. Все в порядке. Можешь назвать момент, когда все изменилось? Конечно. В день смерти моей жены. Лин. Что за фермерский дом? Просто картинка, что нашел. Эй. Твои родители, наверное, очень волнуются. Ты знаешь, где живешь. Он был моим первым приемным. Прошлым родителям он казался жутким. Что ты знаешь о доме, который он рисует? Галлюцинации, частые исключения из школы. Кажется, он нашел меня не случайно. У меня есть игра для тебя. Поставь кубик посередине. Теперь скажи, что тебя злит. Люди, делающие плохие вещи. Какие плохие вещи? Ты знаешь, что сделал. Это я. Это ты. Может, я смогу его спасти. Тебе нужно поговорить со мной, Алин. Я в порядке. Ты уверен? Да.